Ikin çıkartan zaman ki. Yaklaşık senin kurtuldan. Zamanı vakit. Потом решили сделать зачаток среди танков. Зачем? Кто их просил? На новую головную руку, бывшему депутату Государственной Думы, гиганту мысли и отцу русской демократии. Так как количество тут вино, переходим к другому бою. Но почему сюда помнишь? Рассветка розового пантера под названием «Непредсказуемый». Вот такая симпатичная штучка. Это коррекционная, конечно, самоходка немецкая. Вот она у нас есть коррекционная. Можно же лоб тренденс. Она даже не коррекционная. Ой, что лава. Так, да. Ой, куда мы рванулись? Не надо!
Тот из них крикнул, скомандовал: «Берем базу и все». Конечно, много крыш вокруг флага. Но это как раз рабочий. Врагов есть крыша, хватит. Стало на сухо.
На американец второго уровня. Ну, Британец второго уровня.
Thank you.
все,
Thank you.